А, Томми, я рад, что ты здесь. Томми, чертов сукин сын! Есть кое-что, чего я ждал всю неделю. Я собирался поехать на бизнес-ланч в ресторан KFC, но мой личный Red Bull Dog заболел. Я уже здорово проголодался. У тебя есть Red Bull Dog, Томми? Ага, с собой. Думаете, понадобится? Ну, да, непременно, Томми. Возьмем мою машину. На вас так интересно работать, босс. Сальери просто жаром. Он просто не хотел делиться. Сальери плохой, босс. Сальери нарушил омерту. Сальери тупица. Есть у меня одна идея. Значит, и это твоя работа. Ты уничтожил Сальери? Вообще-то, мы хотели жрать лучше. Начинало казаться, что все бессмысленно. Что надо спешить, насладиться всем, что может предложить жизнь. Именно поэтому мы с Поли начали грабить. Пятерочки вас ждет в магазине. Хороша ветчина. Вау! Горячая штучка. Моей жизнью стали преступления и чебупели. Если бы Фрэнк не помог мне, я бы кончил совсем плохо. Странно. Но однажды он нашел меня и захотел помочь. Слышал, вы с Поли ушли в загул? В городе уже начали о вас поговаривать. Если не хочешь оказаться на помойке, Том, найди Дона. Фрэнк. И где я найду себе Дона? Мало ли чего можно придумать. В общем, вот что. Может, возьмем на ногу? Чего? Я не хочу закончить с дыркой в голове. Не, это геморрой. Может, возьмем барата? Я полностью согласен. Ну, ты с головой никогда не дружил. Может, тебе он и нужен. А мне нет. Он не такой уж чудовище. Полная херня. Дороги назад нет, Том. Извини. Точно. Як ти маш? Моя звай Барат. Я вас люблю. Я люблю секс. Нравится. Вот это да! Нравится. О-ля-ля! Ух ты! На трон села, на трон села. Царь во дворца, царь во дворца. Ходи то, делай сюда, царь во дворца. Хочу покупать тачка, чтобы привлекать баб, который брился снизу. Вот она. Какое мне лучшее оружие оборонять от еврея? Не твой сегодня день, еврей. Ходи то, делай сюда. Ходи то, делай сюда. Ходи, делай, царь во дворца. Этот барат полный идиот. Да. Он дерьмо. Да. Ну, похоже, что ты был прав. Да, да. Да. Я тут присмотрел гоблина. Что? Что? Проблем не будет. Я не уверен, что это хороший план, Поли. Что скажешь, Сэм? Ладно. XX век показал ровно два пути развития человечества. Номер один – прогрессивный, это коммунизм. Номер два –
регрессивный. Это капитализм и сочетающийся с ним фашизм. Точно. Ничего другого человечество не придумало. Вот это прогресс, а вот это регресс. Я хочу хоть раз в жизни получить реальные бабки. Хочется денег. Ну, вон, как это совсем недавно было, почему-то это ни у кого никаких сомнений не вызывало. Ну, бросай все, езжай работать на нефтяную платформу в Ледовитом океане. На свою, на норвежскую, еще там на чью-нибудь. Что-то это вот ни у кого сомнений не вызывает, что там прилично платят, и туда ехать надо, представляешь? Все бросать и ехать надо. Не хочешь уезжать? Ну, сиди спокойно. Что, это твой личный осознанный выбор. Полная херня. Бля, караул. Ну вот, типичный идиот. Мы всю жизнь начали сначала. Но однажды начались плохие времена. Я вас категорически приветствую. Третьего дня. Простите. Третьего дня президент Франции. Третьего дня президент. Это то, чего я и боялся. Рак простаты. Вот дерьмо. Мы с ним разберемся. Так что все бегом на осмотр жопы, пока не поздно, дурачье. Прекрати орать. Эй, копочка, что у тебя внутри? Боже, Том. Что это? Боли. Не, просто геморрой. Что там? Это бриллианты, просто хреново прорва. Положи их туда, где нашел. А что, если мы возьмем по парочке? Их так много, их так много, так много, так много, так много, так много, так много. Надо чего-то там, как-то это. Если деньги есть, коррупция мгновенно перед тобой открывает такие окна возможностей, что просто туши свет. Это капитализм. А тут ты денег занес на строительство коммунизма. Бац! И все перед тобой открылось. Значит, и это твоя работа. Ты посрал на несколько миллионов долларов. Я вообще-то не собирался, но так уж как-то получилось. Что конкретно имеется в виду? Надо будет зайти в один сортир. Там будет спрятан пучок крана. Подождешь немного снаружи. Пучок крана выползет, чтобы сказать речь. Это твой звездный час. По башке себе стучи, блядь! Ты просто так вот взял и ушел с места, где было побоище? У тебя не было с этим проблем? Дело закрыто. За недостатком улик. Знаешь... Все сработало как надо. В конце концов, оно того стоило. Странно. Но однажды Байна Сиренков нашел меня и захотел помочь. Я захотел перекусить, и мне ребята нашли в интернете ресторан. Приятное чувство, а? Конечно. Фактически мы управляли всем городом, и казалось, что кровопролитию пришел конец. Некоторое время я ходил королем, пока меня не отрезвила одна мысль. Сальери все уважали за деловые качества. Панасиренков же был просто подлый ублюдок. Он строил свою власть на ЧПЦВ. Так что я крепко задумался, не сменить ли в жизни приоритеты. И что за вывод ты сделал? Самого есть крутого есть ЧПЦВ дерьмо. Да хоть обсмейся. Знаешь, что было последней каплей? Что это? Двое младших.
поносинков и не возбродив. Это фото убедило меня в том, что такой образ жизни разъедает душу. Поносинков и не возбродив были друзьями, и оба они были авторитет. Но потом они друг другу поперек глотки стали. Мне пришло в голову, что когда-нибудь я повернусь к... и обнаружу, что смотрю в дуло пистолета. Слышали 8-ю симфонию Чайковского? Слышали, наверное? Отдыхать тоже надо, поэтому вот послушайте. Точно! Слышали 8-ю симфонию Чайковского? Я не знаю. А он всего 6 написал. Чёрт! Теперь я достану этого ублюдка зубой. Откинет тапки и даже не поймет, кто ему помог. Мои информаторы говорят, что его можно изловить. Что? Что? Это будет несложно. Вот как мы это сделаем. Да, это, конечно, не Самара. И не Урюпинская. Блять, что это так? О, Томми! Здрасте, босс. Я слышал, ты разобранный на запчасти. Ну, нет. Я собирался поесть. Браво 6, дайте координаты, прием. Не могу, сэр. Они нас крепко прижали, они, блядь, на деревьях сидят. Теперь я предпочитаю не делать таких вещей в одиночку. Парни, вы не поверите, но на этот раз единственный, кому действительно не повезло, был Морелло. И? Что? Я выяснил, на самом деле наш Морелло украл мою машину. Хотел бы я знать, как они догадались, где мы. Да ладно тебе, какая травница. Держу пари, этот ублюдок изуродован. Невероятно. Что ж, а ведь неплохо получилось. Давайте за это выпьем. За новые успехи, парни. Салют. Тебе не представляешь, как я соскучился. Я уже здорово проголодался. Ты идиот! Понимаешь, что ты наделал? Я рад. Ты парень, что надо. Сегодня я дам тебе... Я убью тебя! Возьми мою машину. Я гей.